друзья, к сожалению, эфир оборвался, потому что мегабайты у меня закончились. В принципе, я предупреждал. Но суть видео по новому завозу Днепра, по дешевым тракторам, по ценам. Вот. Я просто быстро покажу, да, суть. Самый бюджетный на сегодняшний день мини-трактор. Я не пугайтесь, что я подхожу к новому трактору. Вот. Манипуляции приходится проводить. Не пугайтесь, шеф. Как бы, если смотреть отсюда, да, это все, конечно, ерунда, ремни, вы все выключите, дизлайк, баны, все эти вещи. Но тем не менее, смотрите дальше. Заходим сюда. Трансмиссия, коробка передач. Наконец-то адекватная коробка в мототракторе. Почему я говорю, что это мини-трактор? Потому что есть фреза 1,25 м на трехточку. Под кардан, с карданом в комплекте есть ВОМ 6-шлицевой, соответственно, трехточка, которая килограммов 200 поднимает, фреза, соответственно, 140, она тут стоит без проблем. Мини-трактор с такой коробкой, с такой вот рамой, мототрактор, там три ремня короткие, то есть максимально похоже на шифинг, начинается от 74 тысяч гривен. Если вам шифинг большой и вам дорого на него покупать навеску, но вы не хотите мототрактор с обычной коробкой, слабее и без трехточки, вот максимальный вариант. Поехали дальше. Бюджетных с мототракторов с обычной фрезой, с обычной навеской, это Фортешка 181. Обратите внимание, тоже три ремня. Обратите внимание, широкая усиленная рама. Обратите внимание, трансмиссия, коробка передач с блокировкой. Не сразу блокировкой, а с блокировкой именно как в булате. При этом, при всем, это самая дешевая 18-ка на сегодняшний день. Ставьте лайки, если вам интересно именно этот трактор. Пишите в комменты, я обязательно сделаю по нему обзор. Сейчас переходим, собственно говоря, к Днепру. Что у нас появилось? Самое главное, друзья, у нас появились ТНТ-шки. Т-244 ТНТ. Это аналог старого, всеми любимого Синтая XL, который шел уже с 8-ступенчатой коробкой, с отдельным рычагом блокировки на 24-х колесах, с вот таким вот задним мостом, уже мощным. То есть не как в Булате 254, а такой уже все помощнее. С гидроусилителем, трехцилиндровым, с КМ-ским 385 двигателем и с ценой в районе 5000. То есть это как бы не 6 Дунфэнг там, и с копейками, это дешевле. Это в принципе уже рабочий вариант, потому что он тяжелый, он за тонну идет, он на больших колесах. Соответственно, можно поставить какую-то лопату наперед и все вот эти навесные. Допустим, транспортера подцепить, польского копалку. Это все позволяет сделать благодаря своему весу, благодаря тому, что коробка уже 8-ступенчатая, она выдержит больше навески. Fighter 240, не забываем, друзья. Мне очень нравится, могу смело рекомендовать. Дальше. То, чего еще все так долго ждали. Тысячу раз. Делали. Меня спрашивали. Когда будет 40-я Джинма. Вот новая 40-я Джинма 404N. Это аналог 40-го Донфэнга, только проще, тоже качественный, крепкий сельхозтрактор, именно для сельхознужд заточенный. По нему видео обязательно выйдет на канале minitractor.ukr. По Синтаю ТНТ тоже выйдет обязательно видео на канале minitractor.ukr. С ценами, с детальным описанием, с заездами, возможно, с тест-драйвами или нет. Ну, в общем, как сниму, как пойдет. Но с учетом, где более детально расскажу про каждый трактор, садим, посмотрим, что там за рабочее место, откроем капот и все эти вещи. И самое главное, его цена тоже дешевле, чем Донфэнг, и при этом дешевле, чем Джинма, которая Джинма с киевского завода. И это днепропетровская сборка, это GMT. Это очень достойная Джинма с классической такой коробкой, с той супер пушка просто. И помимо этого, масса навесного, лопаты на зиму уже готовы. То есть уже можно, в принципе, набирать и интересоваться. Есть тоже много модификаций. И то, что сейчас актуально, косы, копалки и, в принципе, все оборудование. Польша, Украина, Китай. Есть масса всего. Также выйдет новое видео по новому оборудованию. В общем, будет много интересного. Не забывайте подписываться. Это канал minitractor.ukr. И также не забывайте присылать свои отзывы о работе вашего трактора. И получайте в подарок 5 литров трансмиссионного масла на обслуживание вашего трактора. В моторного масла, простите, в двигатель. Очень много видео снято, я уже заговариваюсь. В общем, суть в чем, друзья,
испытания в поле, реальные отзывы людей, которые пользуются техникой уже годами у нас на канале, обзоры, сравнения и еще просто дохрена всего интересного, все по-честному, все открыто, плюсы, минусы китайской техники. Друзья, кому эта тема близка, подписывайтесь, ставьте лайки, переходите на наш новый сайт Mini-Tractor.ru, смотрите цены, набирайте по телефону горячей линии менеджера, в общем, бла-бла-бла. Всем счастливо, всем удачи, спасибо за внимание, спасибо за ваши комменты, за вашу поддержку. С вами был канал Мини-Трактор. До скорого. ДВшки еще есть, кстати. Тоже огонь.